сюда крепим камеру, сюда ставим осветитель, вот так, сюда ставим рамку, так, вот так, да, поставили, закрепили, затянули, выставили, включаем свет. Вот, здесь будет лежать негатив. Ну, как будто бы негатив. Есть какой-нибудь негатив у нас? Негатива нет, да? Ну, вот тут одна рамка. Опа, можно прижать, чтобы пленка прижималась. Одна рамка. Вторая рамка. Третья рамка. Это у нас 24 на 3... 6, 36, 24 тут, да, у нас 36 на 2, 18 на 24. Есть такие фотоаппараты, снимали полкадра. А это 16 миллиметров кинопленка. А это 35 миллиметров фотопленка. Все, можно перетрофировать. Получается вот такая вот конструкция от фотоувеличителя. Ну и коробочка.